Одно из предприятий города открыло свои двери для всех желающих. В год экологии на заводе провели встречу-экскурсию, на которой обсудили современные тенденции безопасности и наметили планы на будущее. В реакционном отделении гостям рассказали о принципе работы кислотно-щелочных ловушек. Установки препятствуют выбросу в атмосферу паров нафталина. Насосами перекачиваются все эти так называемые отходы, далее мы их разделяем и, по сути, потом повторно используем в своем производстве. Кроме того, в сушильном цехе имеются специальные пылегазоулавливающие установки. Они снизили объем вредных выбросов в два раза, с 23 до 12 тонн в год. Одна и вторая. Эффективность данных установок по последним протоколам замерам 95,6%. Уменьшение выбросов почувствовали и местные жители. Раньше они жаловались на запахи и смог, а теперь признаются, дышать стало гораздо легче. Если есть запах, и то временами и небольшой. Останавливаться на этом промышленники не намерены. Они продолжат развивать экологическую программу, согласно которой за счет модернизации производства предприятию удастся еще больше снизить объемы выбросов. Проект этот долгоиграющий, то есть если мы его решим, то на достаточно долгое время мы, поддерживая, мы исключим очень много проблем в этом направлении. Реализация проекта обойдется предприятию в несколько десятков миллионов рублей. Подобная модернизация производства станет достойным примером в год экологии. Таисия Пономарева, служба народных новостей.